сильные люди всегда побеждали бы слабых. Но напротив, сильные люди часто подчиняются слабым, потому что в действиях последних проявляется не только физическая сила. Вы можете научиться побеждать противника без меча. День первый после точки зрения Бори 1. Грею тачку, курю первую сигу за день и еду за Яном. GoPro стоп-съемка. Ну, мы, короче, вот выдвигаемся с Борей, Да, с Борей. И едем в сторону центра куда-нибудь. Я не знаю точно куда. Вот. Не знаю. Мы можем его подхватить. Можем тебя где-нибудь подхватить. Где ты там? Точнее, скажи, мы просто тебя зацепим. Мало что, комсомольская? Она сейчас снимает, думаешь? Ну-ка, посмотри. Да. Реально? GoPro! Стоп видео! Блин, реально снимает. Охренеть, блин! Ну просто... Дальше рули сам, короче. Окей. GoPro, стоп видео. Смотри, какие клевые балкончики. Мне кажется, она потолок снимает. Стоп видео. Thank you.
смотрю, мне по кайфу, короче, у меня целое тоже кино. Здорово. Здорово. Ну чё, как? Здорово, бро. Все, огонь. Фу, боже, водички попью. Да, конечно. Что, ничего, это же горячий. Могу чайку предложить. А, там чуть-чуть попозже. Ну что, врываемся на маску? Да, погнали. Давай сразу под пиромайку поедем. Поехали. Попробуем. Красиво. Блин, заброшенный дом. Да. Можно забомбить на нем. Да. Тут целый квартальчик заброшен. Блин, да ладно, охренеть. Да. Тут вообще недавно жили люди. Да, у меня кореш жил. Тут глубже, может быть. Да, я тоже помню, у меня тут знакомый снимал хату. Мы тут тусовались. Это улица.
Гагарина. Гагарина стрит. Там кладбище. Пионерочка. Инфекция местная. Шестой эпизод «Точка зрения Бори 2». И это еще «Точка зрения Яна».
такой там туман. Там утки. Во. Набережной, ну, в плане Дамасты. Типа с набережной сойдем, поменяем бату. И Дамасту снова пойдем. Классная погодка для того, чтобы снимать такое кино. Да. Набережная реки Исеть. Исторический центр города, откуда все начиналось. Мы идем в одно когда-то бывшее секретное место. Но сейчас мы откроем его двери. Для вас, друзья. Это эпицентр андеграунда. Эпицентр андеграунда.
Воу! Кислота. Храм будет, знаешь, да? Через дорогу? Тут, на месте завода. Здрасте. Здрасте. Зайдем сюда. Приветствую. Привет. Ро. Родиона ищешь? Да я так, в гости зашел. Толя. Ян. Он уехал. Не видели, значит, вроде как знакомое лицо, но это отголоски, возможно, чего-то. Может быть, да. Уехал, да? Ну уехал, ладно. Будет в понедельник. Понял. А то мы кино снимаем. Кино? Да. Про что? Про жизнь. Про жизнь. О чем вы разговариваете? Так о жизни, хорошо. Теперь пишет, да. А что, до этого не писал? Не писал. Кого нет? Битовка, вагон. Позже, да? Ну, может, вообще не сегодня, раз нету ничего, сейчас удержу, узнаю, что-то Миша увезли, штука. Пусть увезли. Куда она сидела? Здорово. Убирают. Да. Ну, зло, видимо, сегодня. А что сегодня, не знаешь, держи, приезжал? Здорово. Кто приезжал? Привет, привет. Ты еще, вы еще не были тут с Лехой? Сейчас Леха, он вернется. Ага. Такой? Да не, путь просто забрали, я и не понял. Что, так двигаем? Ну да. Двигайте, да. Да. Да, есть. Вот за Лёхой. Как дела? Да вот, пришли разбирать. Вы что будете мутить? Да сейчас говорю, подвигаемся да. Туда-сюда, да, не да, знаю, вон да. Боре надо куда-то. Нормально, не так сестра. Ну добирай потом, я тут буду. Кто-то деньги отмывает, что-то действительно делает. Ничего не огораживается там и все такое. Вот это прикольный корешок. Вообще клевый. Я нашел кореша. Yeah. Надо только его сушить. Плотный. Блин, вот это пятница, да, на мастерке сегодня? Да. Просто черная пятница. Один краше другого.
Сёма-то просто вообще жесткий криминал. Жесть. О, прикол. Серега развлекается. Братан, сними меня бочкам, как я иду. Ти-т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 и-ti. В конце ноября выставки в филармонии. У меня там будет 4 моих работы. Кайф. 4 художника, по 4 работы с каждого. В целом 16 работ. Будет называться «Песнь любви и смерти». Серьезная тематика. А вон, кстати, это Евразия, видишь? «Песнь любви и смерти». Зови всех на видео. Да, приходите все на нашу выставку, на фестиваль Евразия. Филармонию. По-моему, 30 ноября начало фестиваля. А твоя работа будет на открытии? Мои работы будут во время фестиваля с открытия до закрытия. Круто. Приходите посмотреть. Это Лёха, ты придёшь? Новое. Обязательно. А ты придёшь? Я приду, да. Да, кто-то уже там ждёт, пока мы выставим свои работы. А бензопила есть? У меня есть. Нормально. Я, правда, ее года 3 не запускал. Посмотри, что с ней там. Значит, это... Я мало с оборотом беру. Вот для этого сквизер, да? Поэтому он типа это. С вагона вообще просто хром вот так вот стекал. Вообще не сок нифига. Ну что-то там черный муливал, а уже подтеки такие. Контурю, контурю, просто. Стоял вагон, с него стекал хром. Да, еще чуть краска вчера не уехала у меня. Вместе с вагончиком. Было забавно его догонять.
Локатор какой-то. Вообще надо это, традицию возрождать эту. Ну я ж почти каждые выходные ходил туда. Барабанить? Не, не барабанить, писать. А. Не, чувак в Челябах, Тарен приезжал. Постоянно. На выходные сидим, тут девушка жила. Вот днем снег гуляет, ночью ко мне едет. Ой, сейчас летим по этому бомбить. Подходим такие, какой там? Он залево, я заправо, тык-тык скинешься, такие, ну какой, блядь, сидется, не сидется. Гоняли тебя бомбили. Там еще место есть нормально, даже в дождь можно хреначить, там получается пулькат проходит на станцию. Как под мостом рисуют, тебя не заливает ничего. Ага. Все погодная движуха, короче. Ну и трафик такой плотный довольно-таки поездов. У меня мечта на кольцо в АБТР приделать. Фига себе. Там, ну этот, эшелоны грузят списанную технику. Ну и куда-нибудь там в Страны Азии, Ближнего зарубежья отправляют. Продают, и там что-то как раз крепят, они сядут целыми, ну, эшелон целый стоит. Нифига вагонов, вот как раз. Военная техника. И приделать, вон КамАЗ стоит, на нем Кусич висит, вот это прикольно, мне кажется. Я такого не видел. Чтобы на танке где-нибудь было там на БТРе. Ну, нас в России, по крайней мере, не видал. Во Франции, когда была эта революция, что-то по телеку зацеплял там, который вот эти... Машины-то это только демонстрации разгонять. Ага. И вот там вот этот Петруков толкает людей-то, типа, толкает он на него. Нормально пацаны засветились, вот, команда делала там. Все, палатки, блядь, 2 месяца прожил. Там в палатке жил? Ну, на учениях в армии, такой же. Чё, там печка есть? Да. Ну, у нас лето было, хочет. Дожди, только холодно. А-а-а. Так, нормально, туда битком набьёшься, надышишь. Под утро уже тепло, подъем. Окей, погнали. Если сейчас не начать снимать, то мы уже не достанем свет. Ага. Я вот наоборот хочу выйти, то, чтобы это ночью снимать. Качественные снимки. На городки. Вот здесь? Да, да. Чё, в кармане рваный питик и пятка? Да. Обновление работы человека, который...
Спасибо, до свидания. Пошли в орбиту. Пройдет Лары. Это Дом кино. Дом кино? Орбита, да. Пойдем так? Да. Или так? Так. Погнали. Погнали так. Мы же просто снимали, а там еще не снимали. Ну пойдем вон, поэтому пойдем. Какая-то вкусняющая улица. Готово. ISO 6400, шумы видны даже на таком экране, но хотя бы свет. Ага. Там еще, да, этот, подсветка поярче. Видишь, мы будем снимать и там, где темно тоже, поэтому надо, это, надо выставить такие настройки, чтобы пофиг с шумами, это андеграунд. Ну да. Позже. А автор это после? Ну немножко умнее сегодня стали. Посеял. Да ладно. Они у тебя в кармане. А, они вот в этом. Ну что-то сегодня какая-то это по войне прогулочка. Ну не по войне, по военной технике. Ну, бывает, что. Вокруг, но. Не каждый день. Штаб СВО. На тюльпане тоже техника стоит. А на стенах счастье написано. Ну, чему верить? И как это? Хочешь мира, готовься к войне. Ага. С каждым днем все больше убеждаюсь в этом. Я предлагаю купить батарейку, попить кофейку в студии и погнать за тачку. Таким образом мы погуляем 2 часа и сделаем что-то полезное. Понимаете? Да. Нормальный план? Да. А что тебе? Бумажки?
Там Джоника закрутить. Нам нужна табачка, да, она в сити-центре есть. Есть, да, через дорогу от сити. Через дорогу от сити. Стой, бро, замри. Да. Блин, я даже ничего не говорил. Нормально, это круто. Она сама. В городе война. А чё, можно идти? Один момент. Везде тень веточки. Да. Встань в этой стене. Что у тебя наклеечка? Васька. А? Васька. Васька? Ну. Что за Васька? Раньше так назывались. Ну типа как тебя зовут? А. Как назывались?
точно есть сити, ты что-то, я давненько не был. Ну да. Туре? Да. Ого. What? Что? Что там? Что? Не успел. Ну что? Не, я должен сам успеть. Ты не должен меня предупреждать. В этом фишка. Бро, здесь вправо. Блин, ча. Все зависло. Есть вариант. Да. Есть. Бомба. Сегодня будет классный сет. Что-то было немного. Да, у меня тоже есть. Сколько надо? Тебе есть. Все, я уже достал, братан. Давай. Снимай. Да. Пусть снимает. Пусть, да. Еще на 43 минуты осталось. Нормально. Подожди. Нет, вот сейчас, типа час 33, еще 10 минут и закончится место. 10 минут? Ну как раз дойдем, да. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания. Я прокачал его. Пошли, бро, встань, я попробую. Здесь вот без мало света.
Работает? Да, вроде нормально по свету. Да, хорошо. Просто я поставил медленную выдержку. И самую широкую диафрагму. С этой выдержкой на ходу не поснимать. Ага, но статику, зато, да? Зато фотик будет видеть, как я вытягиваю. Окей. Но, не знаю, по ночнику все будет. Знаешь, что такое шарахает? Не вижу. Меня такая вот сеструха, когда встретился с ней такой, бля, че, говорит, налей, говорит, идешь, говорит, во, говорит, что-то крикнул, говорит, и поднялся. Можешь себе прикурить и дать мне? Спасибо, бро. Ты сам понимаешь. Да. О, тут хороший свет. Молдамилки, скрипя ногами, хватить. Финалы, да, сувенки. Любовь, как это мило, но с тобой это мимо. Вот.
платить за 60. А, это вообще кефир. Маленький. Блин, а надо, наверное, в этом, в паке. Ну, лучше кто-то отключить. Но она стоит 89. Потом... Ну, вон домик в деревне. Почему она на акции, интересно? Так-то. Сегодня 17, 18 сегодня. 6 дней. Самое дальнее достать. Уже. Не, все 12. Поэтому и на распродаже. А вот это. Бутылки. Отборные. Вообще 11. Чмо. Жестко. На, такое, наверное, брать его для рынка. По идее, оно до 27-го, по идее. Добьешь там 10 рублей. Пяти кто-то, скорее всего. Здравствуйте, вам пакет? Здравствуйте. Нет, спасибо. Товары по акции не хотите? Нет. 60 рублей, карточки нет. 50 рублей, пожалуйста. Держи эту штучку. Блинчалку. Сможешь... А, у меня там нет места. Вон. Могу к тебе закинуть. Вот так. Это нормальная мотивация, когда это говоришь и не материшься на видео, не ругаемся. И уже как-то, уже неподсознательно начинаешь подбирать слова, чтобы заменить мат. Ну конечно. Это и круто. Ну, может, а тут что-то, да. Теперь нас ловить. Пацаны, уже 5 человек поздравили. Лёха, с праздником тебя. С каким? Я не знаю. Это день рождения? Нет. У меня здесь ближайший праздник 6 ноября. День военной разведки. А-а-а. Всё. Типа осенью. Какие праздники?
День геолога прошел, всякая такая подобная тематика. Я бы здесь забыл. Минутку. Это колонки моего детства. А, ну да, я понял, а здесь более сложно. Это как айва. Разные. Ага. Начали под винтаж так тоже делать. Да. Прикольно. Под эти еще. А, это усилитель. Надо решить. Да, это если пришло. Это прикольный дизайн. Камера вот, чтобы была поздемнее, просто включаешь без всяких таких регистраторов. Надо. Нет такого, так ты переходи чехла поднял. Нет. Включай это сверху. Не очень, на самом деле, такая тема. Приблизительно, да. Визуально, на самом деле. Прицел вкладываем. Вот и первый загрузка. Три с половиной, два. Ну давай, покажу. Что, давай карточку? Нет. Давай. Не, не тише будет сначала. GoPro, стоп снимать. Стоп видео. GoPro стоп видео. Что такой вот выпуск, да, ничего не происходит. Ладно, будем считать, что сегодня на iPhone поснимали в HDTV. К сожалению, плохой кэшевый прокопу. Да, главное хорошо провести время. Потопали слякоть, посмотрели городскую войну. Готовимся дальше к зиме. Давай, когда пойдем до тачки, будем снимать. Нет, сразу сверху лаком закрывать. Все. Сегодня это был такси. И... Что, какой план, бро? Сначала за тачкой в Мегу, да? Да. Там будет видно? Да. Ты заряженный рисовать сегодня? Ну, по крайней мере, у меня все с собой. Как только кремень высечет искру, меня уже будет не остановить. Не, бой. Спасибо вам. Всего доброго. Пойдем, бро. Ну что, все, у нас есть еще одна крутая штука. Прям аддиктед. Пойдем сразу на парковку. Но эта херня привлекает очень много внимания. Все работает? Все работает, все просто бомба. Придется отходить. Блин, оказывается, это правда очень удобно. Оу. Нифига. Это ты зафиксировал, да, эту штуку? Да, прицел сделан на тебя. Можно просто идти. Он снимает тебя сам. Самонаводящий. Самонаводящий всегда. Yeah.
Спасибо, бро. С еще более сильным прокачкой. Где тачка? Где-то там, да? Там. Да, прямо и налево. Сделали, что нарисовали сову. Ну, не только сову, разных животных. Потому что я вот запомнил чисто сову. Тачка. Там, где сова, короче. Я ее вижу. Бомба, бомба.
последнюю неделю. 12 месяцев бесплатно.